Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами немного отвлечемся от нашего хант-ивента. И я вам покажу классный образ в зеленом цвете, который мы с вами составим из наших бесплатных вещей в лимитном количестве и также бесплатных. Покажу туториалы и расскажу про одну классную игру, где выдают офигенные лимитки. И вы сможете их получить. Ну что ж, ребятушки, не забывайте подписываться на канал перед началом просмотра и ставить лайк на это видео, мне будет приятно. И также вступайте в мой телеграм-канал. Ну что ж, а я начинаю после небольшой рекламки. Поехали! Торпец – это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робуксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в самых разных валютах. Ну а также Старпец раздают всем своим новым пользователям бесплатных питомцев по моему промокоду, который действует до конца марта. Переходите на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Покупайте выгодно и безопасно. Как только начался хант-ивент, все немножко подзабыли про игру Walmart Discovered, а у нас, между прочим, в этой игре сейчас есть вот такая офигенная лимиточка. Это у нас рюкзачок в таком зеленом цвете с нашим клевером удачи. Количество копий аж целых 15 тысяч, и на данный момент еще осталось 9058 копий. Задание в целом довольно-таки несложное. Сейчас мы с вами зайдем в эту игру, и я вам подробнее все расскажу. Смотрите, ребят, прогрузившись в этой игре, захожу, нажимаю на этот кругляшок, затем в задание квест и здесь на вкладочку Free UGC. И тут, ребят, мы с вами можем посмотреть задание для нашего рюкзака. А именно, нам нужно с вами побывать в 10 департаментах и в них примерить по 10 вещей. Сейчас я вам покажу, где эти департаменты находятся. Я же уже тут перед началом просмотра немного поизучала, что тут нужно делать. В целом, ребят, если вы давно играете в эту игру, вы уже знаете, что тут нужно делать для всех. Всех лимиток примерно одно и то же задание. Но если вы не знаете, сейчас я вам покажу один из департаментов, где он находится. А именно вот мы с вами поднимаемся вот сюда вот наверх. И здесь, ребята, у каждого будет департамент такой вход. Сейчас я тут его найду. Вот он, к примеру, один из них. Town and City. Сюда мы с вами просто заходим, телепортируемся вовнутрь. И у каждого такого департамента стоят такие вот стойки с вещами. Здесь мы просто на них нажимаем, на View и на Try On. Ни в коем случае не покупаем. Тут их, кстати, можно купить за Robux, кому интересно. И вот так вот все подряд с вами примеряем. И как только мы с вами все это сделаем, мы заходим в следующий департамент. Тут куча одежды, просто примеряем на себя все это. И мы можем с вами отслеживать прогресс. Чем больше вещей мы на себя примерим, тем больше наша шкала будет заполняться. Вот сейчас вот у меня 15%. Давайте посмотрим, что будет через пару минут. Здесь же рядом неподалеку находится департамент спорта, в него мы тоже с вами заходим. И также здесь, ребят, находятся такие вещи, мы их тоже на себя примеряем. Если что-то у вас не налезает, вы можете также свою одежду снять, чтобы больше вещей, которые у нас в игре, на вас примирились. То есть тут какой-то все равно есть определенный лимит по вещам. Все на себя, к сожалению, вы нацепить не сможете. Поэтому себя, свою одежду мы снимаем. И вот, ребят, смотрите, буквально за пару минут у меня уже шкала с 18% заполнилась до 27%. То есть, ребят, вот все то же самое мы с вами выполняем. В каждый департамент заходим. Игра в целом довольно-таки несложная, точнее, карта небольшая, и вы все эти департаменты найдете на карте. И все. Как только, ребят, шкала полностью до 100 заполнится, здесь можно будет забрать, нажав на кнопочку Claim. Вот такое в целом несложное задание. Играйте, получайте этот рюкзак, пока это возможно.
Ну а теперь я перехожу к следующей информации. На мне, кстати, ребят, этот рюкзак вот так вот классно и очень аккуратно смотрится, и это только наша первая вещь, которую мы с вами сегодня сможем получить в нашем ролике. Ну, точнее, в моем ролике. Ну а теперь, ребята, у меня для вас спешл новости. Пока тут все занимаются хант-ивентом, Walmart Discover анонсировал новые бесплатные вещи, которые скоро у нас на неделе появятся. А именно, ребята, это вот такие офигенные зеленые волосы, вот как раз-таки в таком цвете, который бы мне хотелось очень получить. Количество копий у нас будет 6000. На данный момент еще пока непонятно, что нужно будет делать для этих волос, потому что на баннере сказано, что нужно вступить в их группу, но я думаю, что чуть позже не обязательно в их группу вступать, они все равно скажут, что тут нужно делать. Мое личное предположение, нужно будет также ставить лайки на эту игру. Возможно, надо будет там добрать до 95к, но это чисто мое предположение, не знаю, как будет на самом деле. И смотрите, также помимо этих волос будут анонсированы вот такая вот прикольная шляпа в таком весеннем стиле. И количество копий у нас будет 11 тысяч. Шляпу у нас это анонсируют уже 23 марта, так что это будет уже совсем скоро. Пишите в комментариях, как вам эта шляпа, сейчас я вам расскажу и все на себя примерю. Мы составим с вами классный образ. И также, ребята, еще будет анонсирована вот такая рубашка. Мне она чем-то напоминает такой, знаете, японский стиль. В целом, мне нравится, что это объемная вещь. Количество копий у нас будет, так, давайте сейчас посмотрим, сколько. Сказано ли, да, тоже 11 тысяч копий, и кофточка будет анонсирована 24 марта, это уже тоже совсем скоро. Ну и вот, ребят, такие новости. Пишите в комментариях, рады ли вы. Я вот, к примеру, очень хочу получить эти волосы. Жалко, что будет всего лишь 6000 копий. И вот так вот, ребят, на мне смотрятся наши будущие лимиточки. Пишите, что вам нравится больше всего. Давайте я вам покажу просто волосы, как они без всего выглядят. Потому что в текстурах шляпы и текстурах кофты нашей эти волосы немного застревают. Слушайте, они даже застревают в текстурах немного моего тела. Ну, совсем чуть-чуть. Но в целом выглядит очень по-весеннему и мило. Мне нравится. Ждем всем селом эти волосы. Ну, а теперь, ребята, я перехожу к информации про бесплатные вещи. Вдобавок к нашим вот этим волосам, которые мы скоро будем с вами получать, я вам предлагаю получить классный аксессуар. Сейчас в поиске мы будем писать название этой игры. Поехали! Нужно именно Mansion of Wonder. У меня тут перевод «Особняк чудес», если по-русски. Заходим, ребята, именно в эту игру. И здесь, ребят, зайдя в эту игру, мы с вами прямо сейчас введем 4 промокода на 4 бесплатных вещи, но только одна из них будет очень крутого зеленого цвета, и сейчас я покажу, какая. Но для начала давайте введем все промокоды. И вот, ребята, среди всех наших промокодов мы с вами получили вот такую милую жабку. Я думаю, что она идеально дополнит наш весенний образ. Чуть позже составлю скин для вас. Ну что ж, а теперь, ребята, еще хочу рассказать про одну игру, где мы с вами сейчас бесплатно можем получить костюм целый. Это игра Metaverse Champions Hub. Про нее я уже рассказывала, но вдруг кто до сих пор не слышал, здесь у нас есть такой бесплатный зеленый костюм. В эту игру нужно просто зайти, и через минуту мы получим с вами классный костюм. Сейчас, ребят, я ему вот так же покажу. Ну и по итогу, ребят, вот так вот наш костюм бесплатно смотрится на мне. Очень просто и легко получить вот такой вот классный зеленый образ, тем более еще вот с такой милой жабкой. Ну и это, ребят, еще не все. Теперь мы с вами переходим к самому интересному. А именно, я хочу вам рассказать про одну игру, в которой сейчас представлена вот такая офигенная лимиточка. Ребят, посмотрите, насколько она детализирована. Но, к сожалению, количество у нас всего лишь 350 копий, но разбирает довольно-таки медленно. На данный момент анонсирована эта лимиточка, по-моему, больше суток назад, если я не ошибаюсь. Распродано на данный момент 193 копии, еще 157 осталось. Чтобы, ребят, получить эту лимитку,
мы с вами должны играть вот в эту игру. Это у нас Shop for UGC от Манго. И сейчас, ребята, помимо этой лимитки, я вам покажу в этой игре другие лимитки, которые вы также можете там получить. И расскажу про задание. Ну что ж, давайте зайдем в эту игру. Сейчас я вам все подробнее про нее расскажу. Нажимаем на окей, и теперь на скип. И вот, ребят, смотрите, прогрузившись в этой игре, заходим в вкладочку UGC, и я вам показываю, какие здесь еще лимиточки есть в наличии. Вот это платье, посмотрите, какое оно офигенное. Свитер недавно был, но тоже распродали. Все эти лимитки просто офигенного качества, но, к сожалению, количество копий примерно всегда 350-500 штук. Но и задание тут, смотрите, следующее. Все эти вещи мы с вами получаем за счет накопления лайков. Например, для этого костюма нужно 3500 лайков, а для нашего костюма нужно 5000 лайков. Здесь, ребят, как вы поняли, все наши вещи мы получаем за лайки. Вы скажете, как эти лайки получать? Во-первых, заходя каждый день в игру, вы зарабатываете бесплатные лайки. И я вам скажу, ребят, если вы будете просто хотя бы отмечаться каждый день в эту игру, заходя, вы на 7-й день получите 1000 лайков, это очень много, поэтому просто заходя вы можете уже заработать довольно-таки большое количество. Во-вторых, здесь есть вот такой вот таймер, вы играете в эту игру и каждые 20 минут зарабатываете дополнительные 25 лайков. Еще, ребята, здесь есть задание Daily Missions, выполняя которое вы также зарабатываете дополнительные лайки. Вот здесь вот, ребята, нужно проиграть сначала в эту игру 20 минут, 60 минут, 90 минут. Еще здесь, ребят, есть вот такое задание, нужно найти все места, где нужно сделать селфи на этой карте, и также вы заработаете дополнительные лайки. Вот, их тут всего 15 штук. Все играют, игра довольно-таки интересная, и в целом здесь еще есть какие-то иногда коды, вводят их. Если я что-то из этого найду, я обязательно вам расскажу, пока что я еще ничего такого подобного не нашла. Что тут еще про эту игру рассказать можно? Здесь, ребята, вы также можете еще пригласить своего друга, и за него вы также будете получать дополнительные буст по лайкам. А еще, ребят, здесь есть вот такие задания. К примеру, сейчас за 3 лайка вы можете просто зайти в один из этих магазинов и поменять свой образ, и вы еще заработаете дополнительные лайки. Вообще, в целом, я так поняла, задания тут постоянно меняются, и вы можете что-то сделать. Вот, к примеру, здесь вот задание Change your avatar here. Все, заходим и меняем наш образ. Все, заработали еще плюс 3 лайка. Вот, смотрите. Но вообще, ребят, если вам какая-то из этих вещей очень понравилась, вы можете ее купить через эту игру, и вам еще дополнительно упадут лайки. То есть, если, ребята, вы смотрите, к примеру, купите вот эти вот наши штанишки, вы дополнительно получите 2400 лайков. То есть, это еще на какую-то бесплатную вещь вы можете вот здесь потратиться. В целом, довольно-таки интересно и заманчивое предложение. Вот такое, ребят, задание. В целом, я просто вам советую играть в эту игру в АФК. Стойте, зарабатывайте лайки, и также каждый день просто заходите и отмечайтесь, и зарабатывайте лайки за вход чисто в игру. Ну и еще, ребят, одна зеленая вещь у нас появилась в Роблоксе, а именно это вот такие вот офигенные рога в таком, не знаю, готическом стиле. Они тоже такого темно-изумрудного цвета. Количество копий 2500, и на данный момент распродано всего лишь 372 копии. В целом, эти рога я уже вам ранее показывала, только в других расцветках. Получать мы их с вами можем вот в этой игре, Spin for UGC. Про эту игру я уже тоже рассказывала. Здесь, ребят, эти рога нужно выиграть в рулетке. Каждую минуту нам дается один бесплатный спин, и тут мы с вами чисто рассчитываем на свою удачу. Можем выиграть как с 10-й попытки, так и с 100-й, а может быть и вообще с 1000-й. Но тут уже только от вас зависит лично. Вы хотите играть — играйте, если нет, то можете получить другие бесплатные лимитные вещи. Ну и напоследок, ребята, еще расскажу уже не про зеленую вещь, а про просто лимитную. Это у нас такие волосы в черно-голубом цвете. Количество копий, ребята, этих волос у нас 1000 всего лишь. И получать, ребята, эти волосы мы с вами можем в игре UGC Don't Move. У нас тут в этой игре очень много сейчас лимиток, особенно лимитных волос.
Поэтому имейте в виду, задание тут в целом точно такое же. 3,5 миллиона поинтов нужно собрать. В целом это довольно-таки несложно делается. Главное просто телефон свой оставить в режиме спокойствия и в онлайне в этой игре. И просто зарабатывать поинты времени. Вот такое в целом задание. Пишите в комментариях, как вам. Ну и давайте напоследок сейчас я вам составлю наш зеленый образ из вещей, которые мы с вами сейчас уже получили и сможем получить в лимитном количестве. Ну и по итогу, ребята, у меня вот такой вот интересный образ получился. Да, согласна, что выглядит довольно-таки забавно, но в целом за бесплатно почему бы и нет. Особенно меня смешат вот эта обувь. Она, наверное, явно не под мой тип скина. В целом, ребята, пользуйтесь, не благодарите. Пишите в комментариях, как вам, какая вещь бесплатная или лимитная вам понравилась больше всего. Обязательно ставьте лайк. На этом мое видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!